Всем огромный привет! Магазин Икея, Екатеринбург, Металлурга 87. Прямо по курсу комбинация ПАКС. Также был запрос. С удовольствием исполняю, потому что у нас есть один экземпляр из данной серии. Я не знаю, в этом видео захвачу его или нет, потому что именно серии ПАКС достаточно много. Они предлагают интересных вариантов. Начну вот с этого. Он обычный белый, ничем не примечательный, но его присмотрели как гардероб. Да, тут указано гардероб с дверями на петлях. Высота у него 236, и вот эта вот ширина 37, то есть он не широкий, вот это вот 37. Ручки простые, встроенная подсветка продается отдельно, вот каркас, дверцы, петли, ручки входят. То есть, видите, можно купить без внутреннего наполнения, будет 6450, 10 лет гарантии. Открываем. Все вот эти, кстати, отверстия означают то, что можно самим собрать все, что хотите. То есть, вот в данном варианте они предлагают, ну, это все, конечно, отдельно. И у них, как вариант, верхняя полка только и железная, да. Это как раз доплата идет. Это можно ничего не заказывать, а самим собрать. Это очень удобно. А данные шкафы, то есть мало того, что 10 лет гарантии, они, кстати, очень такие добротные, серьезные. Ну, то есть это не шкафы, которые Тодоленд, как, по-моему, такая серия, которые достаточно быстро разваливаются. У этих гораздо прочнее все. Ну, одну дверь только смотрите, сколько креплений. Раз, два. Идет наверх три и внизу четыре. Вот, они высокие, да, я высоту показала, 236. Также надо, как сказать-то, правильно все это подбирать с размером вашей комнаты и с учетом потолков. Если потолки натяжены, там двух-трехъярусные или еще какие-то, и уже, допустим, он идет впритык, то его собирают не горизонтально, а вертикально, и в таком случае лучше заказать сборщика. Рядом стоит тоже ПАКС. Форсант, он уже 28-750, он, конечно, уже видно, что больше трехдверный. Дверь, кстати, тут не вариант, не купе, просто как створчатый. Гардероб, так, двери на петлях, здесь уже ширина 60 идет, высота такая же, 236. Опять замечаем, что внутреннее наполнение здесь аж на 850, без него гораздо дешевле получается. Доставка, сборка, это все можно указать. Рассрочка, кстати, тоже как вариант. И открываем. Цвет очень приятный. Просто сама основа белая, а двери такого фисташкового, что ли, какого-то нежно-нежно-голубого, какого-то размыленного цвета. Опять я обращаю внимание, что все внутренние вот эти полки можно сделать самим. Но единственное, что у данного, как я понимаю, что вот это все-таки входит. Но опять-таки лучше все уточнить у консультантов такие вопросы. Опять он 4 как вот эти петли, как они называются, да, которые держат дверь. Он высокий, смысл у него такой же. Вот это раз, два и три. Три вот так. Все, собираем. Получается. Издалека этот шкаф выглядит таким образом. И вот его ширина. Пройдем к следующему. Тут их очень много, поэтому не переключайтесь. 27,50. И смотрите, уже посередине зеркала. Тоже три створки. Высота у него также 236. Ширина 37. То есть опять такой вариант гардероба с дверьми на петлях. Открываем. И что мы видим? Видим вот такое наполнение. Смысл абсолютно такой же, что без наполнения стоит дешевле. Наполнение можно собрать самим. Ну, все цены можно посмотреть, гарантия 10 лет. Тут, кстати, уже как лакированная идет поверхность. Там они были матовые. Меньше места, меньше возможности создать бардак. Вообще классный лозунг, слушайте.
Тут поле под детей сделано, видите, как будто это детский шкаф, детская гардеробная. Поэтому внизу, может быть, даже удобно, чтобы они сами дети вешали свою одежду, складывали игрушки или там обувь, допустим. Наверху также полка и предложенные ящики. Подсветка, все это отдельно идет. Закрываем. Часть моей руки медленно. Оп. И открывает третью створку. Полки. Вот такое все. Также все, как и с первыми вариантами, абсолютно все так же, что они высокие, недобротные. Никаких минусов пока сказать не могу. Так, следующий. 23550. Он красивого синего цвета, даже бирюзового. На камере немножко не такой. Очень такой красивый цвет. Радует глаз. Посмотрим, что здесь. Наполнение на 5150, остальное 18400. 150 на 37, 236. Рассрочка. Посмотрите, уже не просто что-то, а уже выбитый рисунок. Свет — это все дополнение. Но опять-таки то же самое все. Сами. Тут так вот предложили. Можно сделать, как вам хочется. То есть абсолютно то же самое, просто как каркас дверей, да, вот этот совсем другой. Остальное все абсолютно как и в предыдущей модели. Так, здесь так. Вот. Когда я сильно быстро кручу-верчу, он не фокусируется. Сейчас я дальше отойду, чтобы можно было приценить 37. Он опять не широкий, то есть ширина у него такая именно коридорная. Этот уже широкий вариант, сосед. Сфокусировался, просто белый. Пройдемте посмотрим. Пакс язык, конечно, сломаешь. Так, внутреннее наполнение на 2500. Каркас, дверцы. Я думаю, что сейчас открою и вас уже ничем не удивлю, потому что все абсолютно одинаково. Просто тут вариант уже вот. Я понимаю, что они как предлагают эту саму систему хранения, да, и предлагают, как можно собрать. То есть вот эту внутренность можно собрать и в тот шкаф, допустим, или наоборот. То есть просто предлагают пример, а мы уже сами, покупатели, решаем, что же мы хотим видеть в своем гардеробном шкафу. В гардеробе, в общем. А вот данный экземпляр у нас стоит дома, чем радует глаз наш. Это тоже так, система PAX Volda, 14800, внутреннее наполнение на 3000. Так он стоит 11800. 10 лет гарантии. Этот цвет дуб, беленый дуб. Он весь получается одного цвета. Такой, также у него 236 высота, 60 глубина, 150 идет. Открываем. Видите, то есть тут все одного цвета и даже основание. То есть там, если предыдущих открывала, оно было белое, то здесь нет, оно все идет. Дуб и беленый дуб. Так, ну, тут представлено так. Не уверена, что я покажу, как у нас дома, когда открою дверь, потому что там все-таки не идеальный порядок. Но тот, кто нам собирал шкаф, мы, кстати, не стали заморачиваться, позвали именно с IKEA специалиста, потому что нас вначале не предупредили, что если натяжной потолок, то этот шкаф собирать будет очень сложно, потому что он как высокий или громоздкий, как, и что его надо собирать вертикально. Поэтому позвали непосредственно сборщика, чтобы потом не нести никакой ответственности. Он очень быстро собрал и сказал, что шкафы, системы PAX, гардеробы все очень добротно, они реально служат очень долго. То есть тут он, как говорится, не кривил душой, потому что он на своем веку собирал очень много. Поэтому как-то так еще больше обрадовались такой покупке. Надеемся, что он нам прослужит верой и правдой, как говорится. Вот как он смотрится издалека. PAX Volda. Внизу, то есть все вниз, вверх.
абсолютно все одинаково. Ладно, пройдемте к следующему. Следующий — это этот зеркальный красавчик, весь в зеркалах. Пакс Викидаль, 28799 серия. Размер 1036, ширина 60. Тут зеркальное стекло, под беленый дуб идет. Тут, скорее всего, я хоть как буду маячить, так что набрались терпения и любуемся мной. Гардероб, так, видно, 10 лет гарантии, в цену включено, но все отдельно, но ничего нового. Так. Пожалуйста. Кстати, здесь уже открываем. Вот он, какой красавчик зеркальный. Пожалуйста. Кстати, рядышком вам помогут, подберут все. Не стесняйтесь, обращайтесь. Мне кажется, мне Икея уже скоро должна говорить спасибо большое, Иринка, спасибо, что ты нам такую рекламу делаешь. Ладно, это я что-то размечталась. Опять подсветка, все это отдельно идет. И все отверстия формируете сами, какие полки хотите. Так. Пожалуйста, это вид с другой стороны. Так, дверь не закрылась. Все, закроется сейчас. Посмотрим еще. Ну, кстати, тут паксы есть и большие. То есть эти все-таки я смотрю относительно того, что сзади. Они не такие уж и большие, кажется. Пакс Флисбергет Викидаль. Ну, в общем, тут компашка собралась, что язык сломаешь. 10 лет гарантии. Посмотрим. Дуб терракотовый, беленый дуб, да. Так, посмотрели, открываю. Ну, тут, правда, видите, намешанная ручка, зеркало и все на свете. Так, смотрим. Тут, видите, как вариант, уже две верхние полки. В предыдущих была одна верхняя полка. Открою здесь. И вот так посмотрим в открытом виде. Закрываю. Скучающий работник какие. Так что срочно бежим и заказываем себе новый гардеробчик. Это сверху вниз. Далее. Так, в конце данного видео рассмотрю. Вот, смотрите, какой большой пакс. Комбинация гардероб. 10 лет гарантии. Размер у него 200 на 60 на 236. Он уже, соответственно, больше. И в следующем видео уже будут, ну, именно большие такие широкие варианты данной серии. Тут белые, металлические вот эти обрамления. Опять, пожалуйста, на выбор можно сделать таким образом, можно сделать другим образом. Да, медленно закрывается. Видите, пакс комплимент. Также можно все это рассмотреть. Возьмите с собой домой. Все прочитайте, узнайте. Можно, говорю, сформировать вообще все, что душе угодно. И даже больше. А следующий. Вот сейчас я подальше отойду. Вот такая тут ступенька, вкладыш. И наверху одна полка. Так что надо там замечательно. С варианте заканчиваю. Обязательно смотрите следующие выпуски. Там будет продолжение. И вообще еще много всего интересного. Желаю вам отличного настроения. Говорю всем спасибо большое за комментарии. Это очень мотивирует и поддерживает. Ну все, до новых встреч. Пока-пока.